еще войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Мы выжившие. Дети, внуки, правнуки выживших. Когда-то считалось, что в России в 2000 году будут жить около 600 миллионов человек. В нынешних границах больше 310 миллионов. Где они? Их нет. Только в Великую Отечественную погибли не меньше 26 миллионов человек. И сколько нерожденных! В лучших мужских возрастах от 20 до 44 лет пропал каждый третий. Вот их письма. Михаил Денисов, 34 года. Я очень жалею своих детей. Пусть они останутся без меня, но я очень их любил. И вот я вам, наверное, пишу последнее письмо. И вряд ли более придется писать вам письма. Не придется. Убит. Николай Полихин, 43 года. Шлю привет и наилучшие пожелания в вашей жизни тебе, дорогая Катя, и дорогим деткам, Зое, Леве и самой маленькой Нине. Придется ли вернуться? Но все-таки надеждой живет человек. Так и я надеюсь, если не убьют, то вернусь, когда кончится война. Не придет. Пропал без вести. Борис Масленников, 19 лет. Добрый день, веселая минута. Шлю я вам свой боевой привет. И желаю вам хорошей жизни. Первые бои показались страшными, но после свыклись. Здесь очень холодно. Писем больше не ждите. Больше, возможно, не увидимся. Они не увиделись. Ни приказами, ни лагерями, ни расстрелами не загонишь народ в войну. Только он сам может сказать себе: «Я сделаю все, чтобы выстоять, выдержать все и быть победоносным, любой ценой». Это были ведь личные решения. Принять общую волю, подчиниться ей – это тоже решение. Каждый в этих письмах понимал, что пишет, может быть, в последний раз. Война совсем не фейерверк, а просто трудная работа. Эти строки фронтовика Михаила Кульчицкого давно стали крылатыми. Но представляем ли мы себе сказанное в них наглядно? То, что воевать в Великую Отечественную было не просто трудно, а неимоверно тяжело физически. Шел наш брат худой, голодный, потерявший связь и часть. Шел поротно и повзводно, и компании свободные, один как перст подчас. Полем шел лесною кромкой, избегая лишних глаз, подходил к селу в потемках, и служил ему котомкой боевой противогаз. Шел он серый, бородатый, и, цепляясь за порог, заходил в любую хату, словно в чем-то виноватый перед ней. А что он мог? И по горькой той привычке, как в пути велела честь, он просил сперва водички, а потом просил поесть. Тетка, где ж она откажет, хоть какой, а все ж ты свой, ничего тебе не скажет, только всхлипнет над тобой, только молвит, провожая: воротиться дай вам Бог. То была печаль большая, как брели мы на восток. Шли худые, шли босые, в неизвестные края, что там, где она, Россия, по какой рубеж своя, шли, однако. Война – это тяжелая мужская работа, будничный, каждодневный труд. Наши солдаты падали от усталости, от холода и голода, ежеминутно встречаясь со смертью, спасая не себя, свою страну и ее будущее.
совершает марш пехота. Это значит, что пулеметы Максима тащат на себе, разобрав на тело станок и 8-килограммовый щит. Станок хорошо ложился на оба плеча, но хорошо лишь на час-полтора, вес 35 килограммов. Тело пулемета хорошо входило в плечо, на которое взваливал его другой номер расчета. Но все равно было труднопереносимым – 20,2 килограмма. А если в кожух залита вода для охлаждения ствола, то и 24,2. Самое трудное – тащить тело пулемета. Производство пулеметов «Максима» на Тульском оружейном заводе было почти что свернуто. Пришлось ее в срочном порядке восстанавливать. Его начали выпускать на оружейном заводе в Ижевске и возобновили производство в Туле. «Максим» стал родоначальником всего автоматического оружия. Но, несмотря на почтенный возраст, этот патриарх пулеметов прошел всю войну от Москвы до Берлина. В победном 45-м году он отмечал полувековой юбилей своей службы. Был один пулеметчик толковый, познакомьтесь с Максимом моим. А другой пулемет был станковый, по прозванию тоже Максим. А другой пулемет был станковый, по прозванию тоже Максим. Надо окопать танк Т-34. Это значит, что каждый из четырех членов экипажа должен вынуть 7-8 кубометров грунта. Заправить Т-34 – это перелить 10-литровыми ведрами из бочек в баке танка 500 литров горючего, поднимая при этом ведра на высоту более 1,5 метра. Оборудовать огневую позицию – это отрыть окопы для орудий глубиной около метра и ровики для укрытия расчетов, а затем соорудить перед окопами бревенчатые заборы высотой 1,5 метра, а вместо ровиков – блиндажи, то есть отрыть землянки, перекрыть их минимум в 3 наката бревнами, а поверх накатов рассыпать еще земляную подушку. Бой в танке. Это грохот, жара, а летом еще и душегубка. За 12 часов боя в танке Т-34 с 85-миллиметровой пушкой наводчики теряли в весе в среднем по 2 килограмма. Командиры танков – около 2,5 килограммов. Механики-водители – около 3 килограммов. А заряжающие – более 3 килограммов. Им приходилось манипулировать в тесном пространстве с 16-килограммовыми 85-миллиметровыми унитарными патронами. Да и в Т-34 с 76-миллиметровой пушкой, когда тяжелый бой, редкий заряжающий выдерживал его до конца. Смотришь, а он лежит на боеукладке, угорел, наглотавшись пороховых газов, и потерял сознание. Непомерная тяжесть легла и на хрупкие женские плечи. Тысячи добровольно ушли в народное ополчение. Стали умелыми бойцами противовоздушной обороны, снайперами, летчицами, радистками, санитарками, пройдя рядом с мужчинами сотни фронтовых дорог. Это они тащили на себе пулеметы и минометы, повозки с ранеными, тяжелые вещмешки со взрывчаткой и пудовые от грязи сапоги. Немцам было, как правило, легче. И не только потому, что легче пулеметы, в танках просторнее. Немец, как правило, и лучше питался. Фриц зачастую был сильнее физически. Выше ростом, больше весом, лучше тренирован. Немец был силен и ловок, ладно скроен, крепко сшит.
Он стоял, как на подковах. Не пугай, не побежит. Сытый, бритый, береженный, дармовым добром кормленный, на войне, в чужой земле, отоспавшийся в тепле. Он ударил, не стращая, бил, чтоб сбить наверняка, и была, как кость большая, в русской варежке рука. Не играл со смертью в прятки, взялся, бейся и молчи. Теркин знал, что в этой схватке он слабей, не те харчи. Военкор Александр Твардовский написал это отнюдь не для красного словца. В воспоминаниях советских фронтовиков мы читаем одно и то же. Повстречавшись им в бою или после боя, пленные или раненые немцы – это… Здоровые, мордастые, долговязые, высокие парни. Крепкие, высокие, верзилы, здоровые килограмм под 100, головы на 2 выше меня, здоровенный такой мужик. Воевать Красной Армии было физически тяжелее, чем вермахту. Но это она, а не сытый накачанный вермахт. Это наша армия дошла до победы, мобилизовав терпение и моральную готовность к лишениям, во все времена отличавшие русского солдата. Его жизнь, его поступки подчинены были страшной силе, заставляющей убивать и сражаться до последнего вздоха, переживать горечь поражений, преодолевать страх смерти и тоску по близким, неустроенность быта и тяжесть каждодневного солдатского труда. Прошел товарищ по тылам, и у проселочных дорог он видел женские тела в следах подкованных сапог. Январской ночью рассвело, солдаты, женщин расстреляв, сжигали тихое село за русский непокорный нрав. И он гранатой и ножом платил за кровь и едкий дым. Напрасно клеили о нем приказ убить или взять живым. Он появлялся по ночам, заросший русой бородой. Он автомат снимал с плеча и мстил врагам за край родной. Переворачивая привычный уклад бытия, война ставит человека в экстремальные условия. Страшная действительность подводит человека к краю бездны, как будто проверяет, на что он способен, чем он жив, где берет силы. В 1941-42 годах на Западе под немцами были потеряны около 70% чугуна, 60% стали, 60% алюминия, более 40% протяженности железных дорог, почти 50% посевной земли и, что самое страшное, около 40% населения. Как из этих потерь могло вырасти экономическое чудо, чтобы превзойти противника в вооружениях, в их производстве, во всем, что выше, дальше, смертоноснее? Если к 1941 году военно-технический потенциал Германии был больше СССР в 1,5-2 раза, то в 1942 году в 3-4 раза. В декабре 1941 года чугуна, стали и проката производилось в СССР в 3-4 раза меньше, чем в июне. От экономики осталось ровно половина. Только народ, решившийся на чудо, мог сделать это. В тылу женщины и подростки заменили ушедших на фронт мужчин. Мальчишки и девчонки, совсем еще дети, стояли у станков, делая гранаты и снаряды. Женщины впрягались вместо лошади и тащили на себе плуг, пахали на тракторах. В короткие сроки были переброшены на восток 2600 предприятий, 1,5 миллиона вагонов с оборудованием, 10 миллионов человек. Как это возможно? С каким мужеством, решимостью и скоростью на огромное расстояние была перенесена миллионная масса людей и ресурсов в самых нечеловеческих условиях, под огнем, чтобы с колес начать монтаж новых заводов,
Они вводились в строй за несколько месяцев. С зимы 1942 года, с ее пустынных холодов, начался великий поворот. Но главное – люди, вывезенные, спасенные люди. Мы не знаем, как они это сделали. Мы из мирного времени, пусть с кризисами, пусть с тысячей несообразностей, но мы не знаем, как им это удалось. Война была выиграна силой духа и русского характера, и не имеющей примеров по масштабам гибелью народа, в котором каждый был отдельным, был живым, был своим. Никогда не было ни в одной стране мира таких человеческих утрат. Даже близко к ним не подходили. Мы, выжившие, дети, внуки, правнуки выживших, мы их должники.